моя лапулечка, моя золотулечка, друзья мои, подходят наши дни к концу. Не знаю, когда вы посмотрите это видео, но у нас по-другому не получается. Я вся в детях, в сыне. Я готовлю кастрюляками, сколько всего. Ну, мы кушаем два раза взрослые, а дети три. Они же кушают по чуть-чуть. Сейчас вот мы убежали на море, потому что многие не хотят уже. Не хотят это море. А мы с Марей хотим море. Мари пошла к бабулю. Я же тоже папа деду лев. И Мари лев. Поэтому она похожа со мной. Да, Маруся моя? Да, по обсиденту. Все, пошли мы готовить. Сегодня лахмаджун. Сегодня у нас великое событие в Гигосе. У нас конференция держателей ценных бумаг. Тот, кто имеет ценные бумаги, мы их сегодня конвертируем во что-то. Компания нам предложит во что-то. И мы уже будем свои деньги. Кстати, Мари, а где мои очки? Я потеряла, кажется, очки. Вот они. Светлана ничего не теряет. Вот так бабуля каждый день мы приходим с моря и заходим только за молоком, но уходим только с такими пакетами. Подарки покупаю, подарки. Посмотрите, Мари сделает распаковку. Готовимся к Батуми. И чаек взяла для мамочки. И мерджинг мы там будем кушать. Так что вот так я иду, смотрите. Рабчика сегодня не взяла, а то бы его тащила. Вот так. Сегодня у нас вот такая распаковка Айос Папира. Вот эта вот штуковина стоит 100 лир. Чтоб ты знаешь. Вот таких вот две штуки. Одна с чаем, одна с чаем с молоком. Но они разного формы. Смотрите, разного формы. Я спряталась, меня нет. Вот так получить. Приветики. У нас, как всегда, очень огромный чек. Вот такой. Сегодня немножко побольше вообще. Вот такой вот. Вот такая капуста. Ой, вот это вот сюда пошли. Вот это вот попкорн. Это попкорн, но не без соли и без сахара. А диетический попкорн, но они круглые вот такие вот. Вот такие вот вкусные печеньки. Вот можно кока-кола с чаем, с лимонной водой. Там с разными. Это вот сюда. Бабуля, это что, горох или? Красная чечевица. Липтон. Могу всегда нюхать. Обожаю вкус чая. Просто, когда он не сварен, вот так не сварен. Обожаю. Вот таких вот мы купили две штуки, смотрите. Вот такой вот мыльный шлейф. Мы сказали, что только зайдем за молоком. Вот столько мы понакупали. Вот самое главное молоко. Вот самое главное молоко, которое мы хотели купить, но на самом деле купить все. Спать хочется, потому что я 6 утра проснулась, никак не могу заснуть. Бабуля меня сказала, пошли, мама. Ай. Я даже с постели не могла нормально встать. Вода. Вот вторая вот такая. Пан кофе. Ту кофе. Мы... Кейфе. Вот такой вот кофе. А, такая мягкая. Вот такая вот. Это паста, Мари, паста. Вот паста. Фу, я устала. Что?
Сейчас будем это все раскладывать на места. Ну что, я вам хочу сказать. Еще раз пока-пока. Друзья мои, посмотрите, какую посылку мы сейчас получили от другой бабушки. Это Демины спортивные костюмы. 3 штуки и 1 брюки. Это Марина. Вы видите, какие бабушки умные, хорошие. Вот. Смотрите, сколько кофточек у Мари. 4-5 штуки. Видите? Это для Ирмочки. Спортивный костюм такой. И вот такой красивый костюмчик еще для школы. Вот. И вот телефоны еще она им прислала, сумочку. Ага, ага. Алло, все алло. С телефонами. Сейчас им настроим. Всем привет. Простите, что у меня такой голос. У меня горло болит. А ты сапку не сняла? А? Подожди. Мы сейчас на море были. У меня макияж не смылся еще. Тя-тя-тя. Она макияж делала, потом плакала. У нас сегодня распаковка очень крупная. Ирма, подожди. Сегодня у нас такая картошка. Сейчас, простите, помню. А мне сказала зайти камеру. А тебе нет. Че ты на меня так смотришь? Один килограмм. Один килограмм. И 8. У нас только покупок, что Марися устанет. Да. Два пакета еще. Мне уже жарко. Третий пакет с картошкой. Ой, специально это делаю. Малиновый торт. Желе. Вместе с желе. Ладно, вот такой торт. Мамы печенье. Лимоны. Вот такие вот. У меня сейчас еще кофе. Минуту дайте мне. Это когда будем батоны на автобусе. Кейки. Вот такие вот. Кейки. Давай. Мама, 3 штуки. Давай. Лови. Ой, поймала. Вот такие у нас печенья. А что там у кого? Простите, я противно. Нет. Мы купили решушку. Чай. Дорогу. Индийский чай. Грузинский чай. Надо на кружке взять. Мокрый чек. Ну, на еще рано. А у нас мы такие купим 2 штуки. Вам. Ой, моя голова. Грибы. Вот такая вот вещь, печенька. Обожаю. Носки. Ясно. Для мамы скажи. Пельмени. Это открылось чуть-чуть. Чиковте. Соусом. Домашний, да? Какие-то мне голос не нравится. Конечно. Яйца домашние. Это... Какие домашние? Это тоже. Обычные куриные. Там куриные домашние были в магазине. Не были домашние. Маленькие. Видишь, написано «мэ». Давай сейчас раз их положим. Спонжики. Это не спонжики. Это губки. Я знаю. Распаковка закончена. Всем пока. Фу, блядь, покушали.